Инвестиции идут в регионы. В Беларуси успешно работает программа «Один район, один проект». Масштабная инициатива реализуется в регионах страны по поручению главы государства. Перечень программы насчитывает 208 инициативных проектов с учетом специализации районов и их потенциала. В 2024 году осуществляется реализация 180 инвестпроектов с созданием более 9000 рабочих мест. Это проекты различной производственной направленности – деревообработка, металлургические производства, производство машин и оборудования, переработка агропромышленной продукции, выпуск медицинских изделий, фармацевтика и так далее. На Гродненщине на 2021-2025 года запланировано реализовать 21 инвестпроект. Сумма вложений только на этот год составляет свыше 91 миллиона рублей. На Сваргонском агрегатном заводе реализуется самый крупный за всю историю существования предприятия инвестиционный проект по программе «Один район, один проект». Агрегатный завод занимается реализацией проекта внедрения прогрессивных технологий и организация эффективного процесса нанесения защитно-декоративных покрытий с целью доведения качества и товарного вида изделий до уровня зарубежных аналогов. Основная цель инвестпроекта – создание на незадействованных площадях предприятия современного участка по нанесению защитно-декоративных покрытий. Участок будет иметь две линии – по нанесению лакокрасочных материалов и высокотехнологическую автоматическую линию фосфатирования цинкования деталей, а также станцию физико-химической обработки сточных вод и отработанных растворов. Проект финансируется за счет собственных средств Сваргонского агрегатного завода, кредитных средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и частично средств инновационного фонда Гродненского облсполкома. На данном этапе осуществлена поставка комплексных очистных сооружений, окрасочной и гальванической линий.